Западная либеральная модель развития находится в кризисе и теряет привлекательность. А США и их союзники больше не могут сохранять доминирующее положение в мировой экономике, сказал министр иностранных дел Лавров, чье ведомство утратило былую четкость в обеспечении Москвы кокаиновыми самолетами. К нам регулярно приезжает большое количество делегаций на высшем уровне, министров иностранных дел, руководителей других ведомств. Наша независимая и справедливая позиция по отстаиванию международного права с пониманием воспринимается подавляющим большинством стран, подчеркнул мыслитель.